Вешать будем так. Голова внутрь колокольни. Телец на левном эстетский арсенал. Здесь есть проблема. Вот этот выступ внизу. Его надо или чем-то снимать, или уменьшать ось. Но все равно она не будет стоять ровно. Планируется 80-60. То есть все-таки надо снимать. То, что мы видим на втором плане, оно не будет мешать ни оси, но это еще надо посмотреть. Здесь аналогичная ситуация, но просто просвет больше. Орел должен быть на лестницу. Сейчас мы еще посмотрим, как здесь будет закреплена ось. Ось будет приблизительно здесь, но для нее выходит маловато места. Призма 30 сантиметров, внизу 32-33, поэтому здесь мы сейчас должны определиться, что как делать. Этот выступ мы не можем снимать, он эстетический. Вообще, может, и можем. Для выполнения технической задачи. Здесь еще попытаемся сейчас приложить такой размер. 12 сантиметров. То есть если здесь будет пластина, у нас остается порядка 8 сантиметров и монтажная. То есть она будет выходить влево и подвигать ее влево, а справа она может упираться вот в эти выступы, показанные. Она вот этот выступ, похоже, надо будет снимать.